Концерт в двух частях. 12 номеров, посвященных великому православному празднику – Рождеству Христову. Камерный хор «Распев» для владимирцев приготовил совершенно новую праздничную программу. Исполняли произведения современного московского композитора Антона Вискова. Главный дирижер хора рассказывает, что музыку этого автора хор поет не в первый раз. Его произведения новые и порой необычные. «Распев» к этому концерту готовился с декабря. И, как рассказывают артисты, петь в унисон получалось далеко не сразу. Музыка, конечно, не совсем обычная. Она больше, наверное, по душе будет профессиональным музыкантом. Но я думаю, и тем людям, которые просто любят хоровую музыку, она будет не безинтересна, потому что очень звучит красиво, многоголосно. И как раз в преддверии рождественских праздников, я думаю, это такой подарок горожанам от камерного хора «Распев». Прославляется вот Рождество, рождение Христа. История это очень красивая, изумительная гармония, музыка сама просто восхитительна. Стихи из старославянской поэзии. Волхвы пришли, младенец крепко спал, крутые своды ясли окружали, кружился снег, клубился белый пар. Музыка и поэзия создают рождественскую атмосферу на концерте. Актриса Мария Македонская сама выбирала стихотворение для этого вечера. Пастернак, Бродский. Зрители услышали и отрывок из прозаического произведения «Ангелочек», написанного Андреевым. Вообще Мария работает в городском академическом театре драмы, но с «Распевом» сотрудничает давно. Очень вдохновляет на творчество, потому что потрясающая работа, потрясающий хор. И когда читаешь красивые стихи, и это все поддержано потрясающей музыкой, это что-то, мурашки по коже бегают, мне очень нравится с ним работать. Рождественская сказка, хоровая музыка и доброе стихотворение. Такой уютный вечер зрители концерта запомнят надолго. Кстати, в этом году «Распев» отмечает юбилей 30 лет. А это значит, что впереди много новых интересных программ. Влада Миткова, Артем Горчаков, 6 канал.